Привет, друзья! С вами компьютерный портал f1cd.ru. Предлагаем вашему вниманию обзор двойного накопителя Western Digital Black 2 Dual Drive, объединяющего в себе жесткий диск и SSD. Корпус модели выполнен в форм-факторе 2,5 дюйма, и яркое его отличие от других подобных устройств — это черная лакировка верхней панели с ясно проглядывающимися дорожками на плате. Расположение крепежных отверстий разъемов питания и SATA полностью аналогично обычному жесткому диску. Вес накопителя составляет всего 111 граммов. Заявленная емкость устройства 120 гигабайт плюс 1 терабайт. Из них при форматировании файловой системе NTFS пользователю фактически доступно 111 и 931 гигабайт соответственно. Разница между двумя составными частями этого хитрого устройства наглядно видна на графике скорости HDTune 5.5. Показатели составляют до 171 мегабайт в секунду на SSD и от 60 до 120 мегабайт на жестком диске. Средний показатель скорости чтения всего устройства достигает 99,3 мегабайта в секунду, а общее время случайного доступа составляет 16,5 миллисекунд для механической части накопителя. Кабель-адаптер в комплекте позволяет подключать устройство для передачи данных по интерфейсу USB 3.0, а дополнительное питание обеспечивать со второго коннектора USB. Стоимость Western Digital Black 2 Dual Drive на момент тестирования составляет примерно 9000 рублей. По отдельности неплохие жесткий диск и твердотельный накопитель аналогичного объема стоят тех же денег, но здесь их упаковали в единый компактный корпус формата 2,5 дюйма. В итоге получилось хорошее решение, например, для ультрабуков, владельцы которых сталкиваются с дилеммой. Отсек для накопителей 1 хочется и места как на жестком диске, и скорости работы как у SSD. Обзоры накопителей и последние новости по теме читайте на компьютерном портале f1cd.ru в разделе «Накопители и память».